Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Кладбища. Так, ну что же, с чего начнем? Пожалуй, ребята, задач, которые у нас поставлены, это активировать портал на Ведьминой горе и поговорить со звездочетом о портале. Также нам нужно встретиться с Инквизитором. Именно вот в этот значок, я не знаю, полнолуние или что это, что за день недели, фиг узнает, на Ведьминой горе. Это когда вот здесь у нас будет, да, получается? Нет, когда вот здесь, вот тогда нам надо будет с ним поговорить. Хорошо, ну а пока мы пойдем искать с вами звездочета. Ага, труп тащат, ну давайте займемся, наверное, трупом сначала. Так, сразу же с вами пойдем сюда. Он все равно сейчас здесь вывалится у нас. Потому что с повозки его скинут, и он сюда должен рухнуть. Так и есть, ребята, отлично. Хороший механизм, да? Как говорится, куй железо, не отходя от кассы, елки-палки. Так, забрать тело? Нет, давай-ка мы извлечем с тобой мясо. Да, будем работать над этим делом. Отлично. Заберем тело. Подожди, а почему мясо? У нас что, с вами инвентарь переполнен? Я не могу понять. Точно, так и есть. Похоронный сертификат. Это понятно все. Так, у нас с вами здесь есть какой-нибудь ящик? По-моему, нету. Ладно, я думаю, что мясо все-таки не испортится. Пускай оно там полежит. Так, могилки пустой нету у нас, да? Наверное, нам придется с вами выкопать. Давай мы здесь положим. Так, место под могилку. Давай вот здесь сделаем. Почему, ребята, я решил закапывать? Потому что мы с вами получаем за это сертификаты. Сертификаты на похоронку можем продавать потом в таверне. Нам же деньги нужны? Нужны. Поэтому вот так вот я решил делать. Раньше мы с вами топили. Ну, а теперь будем вот так вот делать. Конечно, нужны надгробия, нужны таблички. Все это нужно, но это будем делать с вами чуть-чуть попозже. Так, а здесь что надо сделать? Так, привести в порядок, починить. Починить надгробие. Давай починим. Так, и можем еще что-то здесь, да? Так, вот, починить ограду. Нам нужна, ребята, вот такая фигня. Набор для починки камня. Нужно будет их наделать, потому что они все в плачевном состоянии. Вы посмотрите, ребят. Хорошо. Мы сейчас с вами посмотрим, что нужно именно для того, чтобы сделать вот эту ерундистику, чтобы мы могли с вами чинить. Так, по-моему, это делается здесь, да? Нет, нет, не здесь, ребята. Что это я не то говорю? Так, смотрите-ка, железная броня. Мы можем сделать. Нам нужна кожа и простые железные детали. Железная стамеска. Так, деревянная табличка. Ну, в принципе, можно сделать. Она нам пригодится в любом случае. На запасик, да? И, кстати, нужно выложить еще. У нас очень много с вами барахла. Например, вот эти вот крылья. Металлолом. Зачем оно все нам сейчас нужно? Незачем. Так, сталь тоже выкладываем. Стамеска. Зачем это все нам нужно? Так. И давай вот это, вот это вот. Кстати, руду можно смело отправлять на переплавку, ребята. Но для этого нам нужно, естественно, разжечь костерчик. Разожгем, как всегда, по максимуму. Вот так вот сделаем. Так, а теперь уже будем забрасывать с вами руду. Тоже желательно... Погоди, погоди. Эй! И отменить, главное, нельзя, ребят, да? Поставил одну и все. Незадача. Так, пенек, ты меня раздражаешь. Иди отсюда. Прям на пути на моем находится. Я вот не знаю, ребята, есть ли сейчас смысл идти, потому что у нас вроде бы как ночь наступает.
Так, меч. Чтобы сделать, нужна конопляная веревка. Даже так. Конопляная веревка. Так, и смотрите-ка, нам нужно сделать топор, лопату, кирку и ржавый молоток. Ржавый молоток мы можем уже сейчас сделать прямо. Давайте-ка сделаем. Во, как хорошо. Также, что мы можем с вами сделать? Нужны простые железные детали. Это у нас, по-моему, здесь тоже делается, да? Простые железные детали. Вот так вот. Отличненько, сейчас мы сделаем. По-моему, опять уже утро наступает. Или мне кажется, ребят. Все, отлично. Давайте-ка еще с вами создадим. Черт подери, слиток теперь нужен. Так, кирка. Да, слишком долго это все, конечно, делается здесь. Так, ну-ка давай-ка откроем. Что мы можем еще выложить? Ржавый молоток, ржавый. А я что, получается, сделал еще один ржавый молоток, да? Понятно, я-то думал, что у нас сейчас будет нормально и все. Ага. Как бы не так. Ладно, выкладываем все эти детали. Руду тоже выложим. Все, и, короче, ребят, я поскакал в деревню. На этот раз не буду ни на что отвлекаться. Мне бы, знаете, что сюда? Какой-нибудь транспорт, чтобы можно было быстренько добраться до той самой деревни. Можно было бы, конечно, через подвал добраться. Ну, в доме, как вы помните, мы спускаемся в люк. Кстати, здесь у нас должен быть, если я не ошибаюсь, да. О, смотри-ка, чувачок. Привет, к сожалению, моя мельница сломана. Если тебе надо что-то перемолоть, сходи в город. К сожалению, молоть мне нечего. Я живу у кладбища. Хранитель, приятно познакомиться. У меня тут есть старые запасы, которые могут тебе пригодиться. Торговать. Ну-ка, что у тебя там за запасы? Я вижу, у него мука. Хм, но он не будет торговать. У нас, ребята, хотя одна стоит 12 медаков. Слушай, мне как-то не особо хочется. Что? Войти? Понятно, 80 репутации нужно, чтобы зайти к нему. Ну, поле у него, конечно, обалденное. И он еще говорит, что ему молоть нечего. Вот свистун. Ослик, ты что-то зачастил тут. Смотрю, с трупаками-то. Так, ну что же, вот я, ребята, в деревне. Мне нужно найти звездочета. Так, посмотрим по карте. Где? Вот здесь вот дорожка вниз, но она, по-моему, перекрыта, да? Хотя, кто его знает, надо проверить. Что это за дорожка у нас такая ведет вниз? Ага. Ребята, перекрыта дорога. Где же наш заумный звездочет тогда может быть? Наверное, только наверху остается. Пойдемте искать его, смотреть, где он тут. Плут этакий скрывается от меня, а? Ой, смотрите-ка. Это кто такие? А, курицы, ё-моё. Так, смотрите-ка, я могу что-то здесь глянуть. Свежие яйца. Вы открыли новую технологию и получили знания. Создать омлет, создать яичница. Торговля? С кем я, интересно, здесь торговал? С курами, что ли? Так, а здесь нельзя? Нет, нельзя взять. Иду куда-то. Ох ты. А, ну здесь понятно, ребята. Место для рыбалки. Куда иду? Я с пятачком. Я фиг его знает. Что это вообще за дороги такие? Ну-ка, дайте-ка я сюда. Пляж. Я вышел на пляж. Так, смотрите-ка, здесь F. Видно, что-то можно будет раскопать. Какая хорошая местность. Опачка, это еще кто такой?
Пахнет чем-то вкусным. Да еще и с дымком. Цыганский барон? Ну-ка, давайте-ка поговорим. Если хочешь, чтобы тебе погадали, отправляйся в город. Все там. На заработках. Пытаются заработать на кусок хлеба с маслом и сыром. Что за дивный аромат? Чем так вкусно пахнет? Неплохо, да? Это мои шашлыки. Старинный семейный рецепт. Принеси хороший кусок рыбной филе, и я научу тебя их готовить. Оу. Отдать рыбное филе. Блин, заманчиво так. А у меня нету, я еще даже, ребята, не умею рыбачить, к сожалению. Так, это что там у нас за форт такой наверху? Слушайте, я не могу понять, а где же тогда у нас звездочет? Сюда мне хрен, никто не впустит, естественно. Где звездочет? Смотрите, действительно, ребята, какая-то застава там. Так, а тут что у нас? Что это? Значок типа нельзя рубить лес. Я так полагаю, да? Ох ты, смотрите, чувак. Чувак какой-то стоит. Эй, ты, даже не думай тут лес валить. Я просто осматриваюсь. Хорошо, я кучу денег заплатил главе деревни за право распоряжаться этим лесом. Непростая, скажу я тебе, работенка. Эх, если бы у меня был топор получше. Что, если я тебе принесу топор? Ну, я пока еще ничего толком не заработал. У меня даже дома своего нет. Но я могу научить тебе пару старинных рецептов. Эти блюда помогут тебе делать кучу работы, не уставая. Ох ты. Так, отдать топор. Блин, а топора-то у меня нету. Так, это где он у нас находится? Ага, понял. Здесь, значит, лагерь барона, пляж. Вот сюда еще нужно сходить, ребята. Звездочета все равно мы пока с вами не нашли, а нам его нужно найти. Ух ты, а это кто у нас? Ну-ка. Привет, я Тресс. А я, смотрите, кладбище. Приятно познакомиться. И если потребуются какие-нибудь деревяшки, буду рад тебе продать. За камнем тебе к моему брату Кори. Слушайте, а зачем мне деревяшки, камни, если я все это сам умею делать, согласитесь? Как-то смешно, если честно. Ну ладно, хорошо, пускай так будет. Для общего познания. Мне бы вот научиться рыбачить. А где этому можно научиться? Я пока ума не приложу. Пойдемте-ка с вами вот сюда вот выйдем на побережье. Походим вдоль бережка. По идее, может быть, здесь какой-нибудь маячок или что-нибудь в этом. О, мост. Блин, тоже рыбачить. Очень, конечно, странно. Так, здесь у нас мост вообще разрушен досконально. Соответственно, нам туда не пройти. Ой, это что такое, смотрите. Это какой-то чан, да, по ходу дела, большой. Или колокол, нет, чан, по-моему, все-таки. Так, сюда мне... Можно, можно пройти. Так, а это что такое? Блин, да где же этот звездочет, а? Куда он мог запропаститься? Так, вот дорожкой, да, еще куда-то идет. Так, тихо, смотрите-ка, ребята. Блин, яблочки не можем взять, к сожалению. Тут прям целый сад какой-то. Так, это что у нас такая за... Опа! Ребята, телескоп. Здесь должен быть звездочет. Ай, а мы с вами пришли ночью, елки-палки. Естественно, с НПСами ночью поговорить нельзя. И у нас маяк. Ага, это маяк. Все, понял. Пока мы сможем с вами осмотреться здесь. Ягоды.
Давайте-ка заберем маленько. Ягоды — это хорошо, да? Ягоды нам всегда пригодятся. Мы можем из них там делать какие-то напитки. А вот этот вот F, это случайно не лоза? Случайно, а? Ну-ка. Нет, это не лоза. Я думал, что мы можем достать лозу. Ну и там для каких-то этих нам нужно вещей, чтобы скрафтить. Так, вроде бы светает, но все равно пока я никого не вижу. Так, пойдемте быстрее. Сейчас должен, наверное, появиться непись. Все так заросло у него здесь, я смотрю. Посадить. Слушай, вместо того, чтобы посадить, лучше бы дали бы мне семена. Мне же тоже нужно сажать свеклу там, капусту. А я ничего не могу взять. Яблоки просто валяются, а я почему-то не могу их взять. О! Вот оно, ребята, пошло дело. Немножко яблочек стырил. Я думаю, он не расстроится, звездочет-то этот. Ага. Святая макрель, парень. Смотрю я на тебя и вижу, что по тебе плачет волшебный мир рыбной ловли. Я не очень-то много знаю про рыбалку. Но так тебе повезло, я знаю про рыбалку все. Ой, ребят, это, по-моему, смотритель маяка. Рыбалка так умиротворяет, плюс это неплохой дополнительный заработок. А какая рыбка вкусная! Да, звучит заманчиво. Умиротворения мне, пожалуй, не хватает. Правильный ответ. Я тебе могу снабдить всем необходимым и научить готовить любую пойманную рыбу. Ага, это значит, ребята, у нас... Ну, он смотритель маяка, но он в то же время как и рыбак. Так, как приготовить рыбу? Можете мне рассказать, как готовить рыбу? Ну, всегда можно просто пожарить целиком. Но я предпочитаю перемолоть, свалять палочки и зажарить в масле. Нет ничего лучше рыбных палочек. Только крабовые. Оу, вы открыли новую технологию. Так, создать запеченная рыба, рыбный суп и рыбные палочки. Ай. Знаешь, что еще? Когда ешь много рыбы, начинаешь сам думать, как рыба. Хороший рыбак всегда любит рыбкой закусить. Спросить про удочку. У вас есть удочка для меня? Ясно дело есть, моя старая удочка. Я ее почти даром отдам. Налови мне мотылей и можешь забирать. Отличная из них наживка выходит. Их только ночью поймать можно. А я ни черта в темноте уже не вижу. Ага. Отдать мотыльков. Мотыльков, это, ребята, помните, мы с вами по ночнику ушли? Такие желтенькие там огоньки летали. Мне кажется, это и есть мотыль. Так, нашел у него такое качественное филе рыбы. Филе белой рыбы. И простая удочка. 2 серебренька стоит. Угу. Мне пока не по карману. Слушайте, а как же мне ловить этого самого мотыля? Так, где задание? Где задание, которое он мне дал сейчас только что? Принести 4 качественных филе рыбы с серебряной звездой. Это цыганскому-то барону. Так, найти бумагу. Торгую с рыбой. Давай, так, смотрите на маяка. Что-то тут не доперевели почему-то. Короче, 6 мотылей, да, ему нужно поймать. Так, у нас с вами посмотрим. 2 похоронных сертификата. Пойдемте, наверное, продадим. О, дождик начался. Опа, это кто такой? Смотри, ребят. Это парень явно не в себе. Думаешь, я спятил? Нет, даже в мыслях не было. Я просто стараюсь искать во всем позитив. К тому же я знаю, что действительно важно в жизни. Что? Думаешь, он поймет? Нет, Дик, не поймет. Он слепец. Ладно, наплету ему что-нибудь тогда. Важно спокойствие, хороший урожай и сладости.
Сладкие сладости, как мед. Принеси мне немного меда, и я научу тебя печь торт. Нет ничего лучше тортов. Да ё-моё, блин. Задание за заданием, ребята. Динь-дон, бум-бам-бом, я дик, я существую. Торговля. Масло из семян создается на винном прессе. Вот, конопляная веревка мне нужна, ребята. Сколько она стоит? Так, давай возьмем, наверное, вот так. Купим. Так, а это что у нас? О, семена конопли. Давайте тоже, наверное, возьмем. Будем сами, наверное, ее делать. Сколько у нас тут? 68. Блин, перебор небольшой. Давайте-ка немножечко. Вот так вот. Хватает? Хватает, отлично. Все, ребята. Ну что же, пойдемте продадим сертификаты. Сколько там стоила удочка? 2 серебряных, да? Слушайте, я надеюсь, мне хватит. Хватит денег на то, чтобы я купил у него удочку. Где-то верно, а вот она. Так, ну-ка се. Да отойди ты, ё-моё. Торговать. Две. О. Так, сколько у нас? Три серебряных. Вот, ребята, отлично. Все, я пошел, короче, к рыбаку. Скуплю у него удочку. Слушайте, ну удочку-то я скуплю, а как же мне без наживки-то? Нужен мотыль. Короче, фиг с ним. Я сейчас куплю у него удочку. Может быть, я смогу ее сам, эту рыбку, ловить. Ну и, соответственно, как бы говорится, дополнительный заработок у меня будет. Да что такое-то? Куда там надо идти? Вот здесь, да, по-моему, нужно обходить. Запутаешься, ё-моё. Ладно, хорошо. Этому нужен мед. Запомним, этому мед. У него тут, смотрите, целая пчелиная, блин, фабрика по выработке меда, по-моему, да? Сейчас мы... Блин, ну тут реально, ребят, как в жизни, знаете, вот. Не просто так что-то там захотел, там пришел, сразу приобрел. Нифига, вначале ты должен тут выучиться. Так, торговля. Я у тебя скупаю. Все, отлично. Так, что здесь можно что-нибудь взять? Нет, к сожалению. Слушайте, но мотыль мотылем, а где же сам этот звездочет? Ну-ка посмотрим по карте. Может быть, мы где-то что-то не открыли. Слушайте, да вроде бы как все открыли. Хм. Очень интересно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Поговорить со звездочетом. О портале. Встретиться на Ведьминой горе. Тут у нас, видите, капуста, свекла, где-то должны быть семена. Может быть, нам с кладбищем, ребята, с вами закончить? Может быть, у нас получится получить какой-нибудь статус, и, соответственно, нас будут больше слушать, больше доверять. Давайте, наверное, действительно сделаем кладбище на пятерочку. Торговля, перо, яйцо. Вот так вот, 3 яйца возьмем. Сделаем потом яичницу. Потому что омлет, я больше уверен, нужно делать именно с молоком. Ну, а молока у нас еще нету. Сейчас я еще кое-что гляну, ребята. Мне нужно, чтобы вот эта вот барышня, даже разговаривать со мной не хочет, рассказала, где находится бандит, у которого есть печать на мясо.
ну, королевская поддельная печать, чтобы я смог продавать мясо. Меня вот это вот тоже прям коребит, не могу. Также нам нужно еще сходить к инквизитору, который находится на Ведьминой горе. Правда, я не знаю, как-то там так написано, в какое-то время прийти, в определенное. Как это время нам выловить, фиг его знает. Так, здесь у нас абсолютно ничего нету. Абсолютно. Все завалено. Так. Слушайте, а вот это вот случайно... Слушайте, по-моему, это минерал какой-то, ребята. Серебро или что-то в этом роде. Опачки. А что это за деревня? Сожженная. Точнее, даже не деревня, а домик. Могила. Починить. А стоит ли чинить? А вдруг дух какой-нибудь придет, скажет: спасибо тебе большое, что ты нас починил, и расскажет какой-нибудь секрет. Нету, к сожалению, ничего не произошло. Ладно. Эксгумация. Так, ну что, здесь больше вроде бы нам делать нечего. Выкапывать только вот эти вот корешки. Блин, сколько дают, много очков-то, ребят, за вот эти вот. Так, у нас есть что-нибудь перекусить? Есть. Яблоки. Но яблоки нам лучше запечь. Мне кажется, они больше дают энергии, чем простые сырые. Так, хорошо. Ага, вон, ребята, эти... Ай, дай пройти. Светлячки, но нам, скорее всего, нужно во что-то их ловить. А для этого нам, скорее всего, пригодится банка. А чтобы банку сделать, нужно изучить стекло. Ну, это если логически думать, да, ребят? Да как мне пройти-то сюда? Дайте мне зайти на огород, ё-моё. Вон они, видите, летают. Ну-ка. Построить. Пустая грядка. Да это у нас уже стоит. Что-то не ловятся эти мотыли. Так, посадить. Давайте, ребята, с вами посадим. Вы что, издеваетесь, что ли, а, надо мной, блин? Нужно 4, блин, семени. Твою дивизию, блин. Так, ладно. Давай посмотрим древо технологии. Что мы можем с вами изучить? Здесь пока ничего. Так, грядки. Гниение, гниение. Создать торф. Хорошо, создать торф. Так, сбор личинка. Давай открывать. Нормуль. Так, здесь у нас что-нибудь такое есть? Хитрое. Вот это, по идее, нужно, да? Драгоценные металлы выучить. Что нам не хватает? Нам не хватает зеленых очков. Нужно... Ага, и синие здесь нужны. Так, кулинария у нас потихоньку развивается. Давайте, наверное, вот эти вот тоже изучим. Я не знаю, правда, что... А, вот, кожа. Отлично. Кожа. Вот как раз мы с вами будем теперь извлекать кожу, а потом делать доспехи. Круто я придумал. Так, давайте-ка заодно посмотрим, может быть, у нас тут трупец какой-нибудь завалялся где-нибудь. Да, ах, он потихоньку гниет, ребята, потихоньку гниет. Я думал, что он не будет гнить, но нет. Так, давайте-ка разбирать кожу. Извлечь, да. Блин, не хватает энергии, ё-моё. Давай тогда кушать. Давай ягоды съедим.
Да закрой ты это. Все, отлично. Отлично, кожу мы с вами добыли. Можно еще и мясо. Ё-моё, да мы его сейчас просто разберем здесь над запчасти. Бедный труп. Яблоки тоже сюда перенесем. Так, что еще можем? И кость. А знаете, вот мне интересно, для чего нам нужна кость? Все, вроде бы разобрали его, да? Ой, ё-моё, ошибка хирурга. Оказался недостаток опыта, и вы явно отрезали что-то не то. В результате качество тела упало. Офигеть. И что это может значить? Слушайте, я, наверное, его выкину нафиг. В речку, пускай он там плывет. Потому что качество упало, а мне неохота хранить с плохим качеством. Так, давайте-ка здесь исправлять. Да чтоб тебе, блин, нужно вот эту вот ересь исправить для начала. Так, здесь-то у нас что? А здесь у нас нету ни таблички, ни оградки. Понял. Так, качество минус 6. А нам нужно, чтобы у нас было качество плюсе, по-моему, да? Так, энергии нету, блин. Энергии нету. Зато у нас есть. Забираем все. Сейчас, ребята, я это по-быренькому поставлю в переплавку. В переплавочку это все. Так, погоди, погоди. Вот так. Отлично. 8 слитков пускай делается. Так, а мы посмотрим, что можем приготовить. Понятно. Понятно, что ничего абсолютно не можем сделать. Хорошо, здесь мы выложим с вами мясо, кожу, семена конопли и руду, также яйцо. Так, а теперь нужна нам конопляная веревка. Для чего? Для какого-то, ребята, крафта. Ведь так? Что-то мы могли с вами сделать. По-моему, для доспехов это нужно делать, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, на столярном верстаке это все делается. Столярный верстак, это вот здесь. Смотрим. Так, для брони нужно 4 кожи. Понял. Давай сделаем. Нам нужны здесь, ребята, доски и гвозди. Это для таблички деревянной. Давай делать тогда. Чё ты улыбишься? Ай, не хватает энергии. Пойдемте отдохнем тогда. Пускай поспит малыш. Устал бедный, блин. Да, целую кучу заданий мы с вами набрали. Надо как-то с этим делом расправляться. Потихоньку, как говорится, полегоньку. Но нужно. Так, выходим. Давай доделывать. Все, сделали. Так, а теперь посмотрим, как бы мне сделать. Так, стамеска нам не нужна. Наборы. Брусья нужны, так, гвозди. Это, конечно, все хорошо, но это не то. Так, смотрите, кусок камня. Камень. Железная руда. Вот, набор для починки. Что нам нужно? Глина. А где же нам взять глину? Вопрос очень интересный. Хм, глина, глина, глина. Так, вот, ребята. Нужно сложные железные детали. 2 штуки, и мы тогда с вами сможем сделать меч. Сложные детали у меня есть? Есть.
Две штуки как раз нам хватает. Погоди. Две штуки. Нужно еще две, что ли, получается, так? Понятно. Это значит, нужно нам сделать две. Как раз. Как раз, ребятушки. Замечательно. Так, теперь создаем уже. Да ядрёного ж теперь слиток нужен. Во. Ну-ка. Теперь у нас будет с вами продвинутый меч. Продвинутый? Ну, не знаю, насколько он продвинутый, но он у нас есть. Мягкие запчасти. Жир. Ой, не знаю, зачем это все, конечно, но... Смотрите, также у нас дальше идут важные части. Мозг, сердце, кишки. Для чего это все? Ведь куда-то это все идет. Так, ящик. А, это грядка с подпорками. С подпорками. Так, создается на куче компоста. Торф. Где это все мне находить? Кто скажет? Кучу компоста, блин. Так, склад железной руды. Понятно. Наковальня, это все есть. Склад бревен есть. Увеличиваем площадь двора. Камнетесная мастерская. А вот этого, по-моему, у меня нету. Так, значит, нужно 3 доски, 4 гвоздя. 4 доски. Так, доски. Давай на запасик сделаем вот так вот. Погнали. 5 энергия, блин, заканчивается. Да чтоб ее разорвало, а? Ну давай, давай, доделывай доску. Все, теперь нужно пойти поспать. Кстати, мы с вами не можем сделать что-нибудь попроще? Ягодный сок, например, там, или еще что-нибудь. У нас же есть. Смотрите, нужно мука и вода. Тогда мы сделаем тесто. Слушайте, ну ведь где-то пшеницу тоже можно брать, ребята. Или самому выращивать, или еще что-то в этом роде. Ладно, сейчас пока мы отдохнем. Проблемы с этим вот, с этой энергией вечной, вот, честно вам скажу. Так, у нас не в этот значок нужно с инквизитором встречаться, нет? Так, опять труп привезли. Опять привезли труп, ребята. Готовить. Так, у нас можно. Так, грибы. О, яичницу можем сделать 3 штуки. Пускай делается, да, ребят? Так, привезли трупец. Сейчас мы его по-быренькому раздеребаним. Кстати, вон грибы. Можно насобирать грибов и также их зажарить. Так, ну-ка давай ложи. И приступаем. Извлечь кровь. Извлекли. Дальше. Кожа. Извлекаем. Отлично. Так, мясо. Так, череп. Жир. Ну, давай череп. Получится, нет? Получилось, по-моему, ребят. Так, теперь извлечем кость. И, наконец, жир.
Ума не приложу, ребята, для чего это нам все нужно. Честно вам скажу, блин, просто не знаю, без понятия. Так, ну нам нужен что? Нам нужен камень, да, вроде бы? Чтобы создать... Пускай плывет. Хотя лучше их хранить, конечно же. Нам сертификаты все-таки нужны, ребята, да? Надо будет потом наделать ямок побольше. Сейчас грибов насобираю здесь. И насобирал. Где вот нам еще интересно найти кучу компоста? Кучу компоста, чтобы мы могли сделать торф. Так, смотрим. Так, 4 гвоздя еще нужно. 4 гвоздя. Как раз, ребята. Не хватает места в инвентаре. Да чтоб тебе. Давай, выкладывай что-нибудь. Так, мясо, кожу, череп, жир, кость, кровь. Так, табличка пускай будет. Кстати, табличка. Давайте вот эти вот тоже таблички заберем. И гвозди. Так, теперь будем делать мастерскую. Или... А, у нас есть она, ребят. Чё? Вот же она, ё-моё. Вот лопухнулся. Так, набор для починки. Да, нужна глина. Добывается из месторождений в горах. Так, нужно... Оу, яишенка готова. Так, а что мы можем еще сделать с вами? Ну-ка. Яблок нет, можем хлебушка напечь. Немножко, правда, но все-таки. Так, тут ничего, и здесь тоже ничего. Давайте хлеб сделаем. Так, а этот сундук можно? Можно. В общем, ребята, сейчас мне, знаете, что интересно? Где добывать глину? Я думаю, вам тоже это интересно, блин. Потому что без нее мы не сможем делать каменные постройки. То есть оградки, ну и сами понимаете, да? Глина, по идее, должна находиться... Может быть, у нас нету изучений по глине? Ну-ка посмотрим. Так, ботничество, это все понятно. Насекомые, пчела, бабочка, мотылек. Мотылек. Слушайте, мотыля же нужно было, да, по-моему? Блин, почему синие камни не, у нас не, это, не, не выпадают? Песок. Так, создается на плавильной печке. Ага, вот, ребята, смотрите. Ну, опять же, нужны синие очки. Синие у нас откуда вообще выпадают, по идее? По идее, вот отсюда. С анатомии, да? Или же с написания книг? А вот тебе не задача. Хорошо, пойду пока на кладбище, ребята, поставлю крестики там, где их нету. Вот здесь, по-моему, нету. Давай вот так вот сделаем с вами. Отлично. Сюда влепим. И куда же еще? А, вот здесь вот, ребят, тоже нету, смотрите. Все, ставим. Так, качество минус 3. Уже хорошо, ребята, уже отлично. Так, давай починим. Во. Здесь, наверное, тоже надо починить. Качество 0.
Так, а у нас по заданию, что там епископ? Достичь в плюсе надо, ребята, в плюсе. Ну вот здесь вот нужно, ребят, сделать. Блин, ну где эту глину? Надо искать. Надо искать нам глину. Без нее просто тупик. Никакого развития у нас не будет. Либо где-то на болоте. Ну, где-то же должна она добываться все-таки. Так, это мы обратно с вами. Так, нужно посмотреть хорошо технологии. Так, это у нас собирательство, это нам не нужно. Золотая руда, серебряная и графит. Про глину здесь ничего вообще не говорится. Понятно. Так, надгробия. Простые надгробия. У нас это что, не изучено, что ли? Сжигание тел. Так, хорошо, давайте мы с вами наберем 10 красных очков, чтобы мы могли с вами надгробия изучать. Простые, да, пускай простые. Так, 7. 7. Так, интересно, если мы с вами воду будем добывать, у нас буточки какие-нибудь, нет? Нет, ничего не идет. Жаль, конечно же. Так, ну давай с тобой сделаем вот так вот. Сложную деталь. 10, отлично. Так, древо технологий. Открыть. Могильный камень. На камнетеске это все, да, ребята, делается? Смотрим. Оу, можем с вами заказать. Вот так вот самое то. 11 могильных камней. Давайте работать. Чтоб тебя. Давай, кушай. Конечно, энергии дает очень мало, но неохота просто идти ложиться там спать. Оу, как быстро, ребята, офигеть. Очень быстро. Так, кружка пива у нас. Давайте, наверное, ее использовать. Ай, нужно подойти к этому ящику. Взять. После этого только... После этого открыть нашего персонажа, блин, и выпить. Вот намудрили. И этого все равно, ребята, мало. Блин, придется идти спать. А, вот тут еще хлеб. Так, давайте-ка мы с вами выложим грибы. Вот это. Воду. 3 надгробных плиты у нас уже есть. Давайте еще 2 сделаем. Блин, надо поспать. 2 сделаем, поменяем на кладбище. Я думаю, что у нас репутация как раз до 5 и дойдет. Мы же до этого стремимся. Для этого. Ну а там уже посмотрим, что нам там скажут. Давай, 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 спи быстрее. Так, просыпаемся. Давайте-ка доделаем. Все. Пойдемте, ребята. Будем менять. Будем менять вот эти вот старые кресты. Вот на эти вот плиты. Так, ну-ка.
убрать. Блин, для того, чтобы убрать, тоже нужно работать. Так, и надгробие вот такое мы ставим. Во. Плюс один уже есть, ребята, плюс один. Давайте еще. Плюс три. Пошло, кажется, ребята, дело. Давай-ка здесь уберем, наверное. Так. И новенькое поставим. Четыре, блин, еще нужно одно, ребята, еще одно. Ну, давай предположим здесь. Убрать. Лишь бы энергии хватило, блин. И ставим вот это вот. Как раз должно хватить, ребят. Успел. Да ладно, блин. Черт подери, качество не выросло, ребят. Качество не выросло почему-то. Давай вот здесь. А что мы здесь попробуем? У нас больше нету. Блин, это надо идти опять мастерить. А чтобы мастерить, нужен камень. А камня у нас нету. Блин, как тут все взаимосвязано, а? Соответственно, нам нужно идти собирать камень. А чтобы собирать камень, нам нужно, чтобы энергия была полна. Твою маковку, а? Ладно, хорошо. У нас есть здесь... Нету стали, да, ни шиша? Добавляет плюс 2 к могиле, а этот плюс 1. Понятно, ребята. Мы, грубо говоря, поменяли шило на мыло. Так, давай-ка. Ложись спать. В общем, нам не хватает с вами одного очка. Для этого мы сейчас идем на кладбище, выкапываем старый никчемный крестик, простой я имею в виду, и ставим вот этот вот. Вот этот. Он дает две репутации к могиле. Так, а у нас еще здесь не завершено. Ху-у-у. Опачки, красота. Ну, теперь-то стопудово. Блин, мы сейчас сделать-то сделаем, а этот-то все равно уже ушел. Пастырь-то этот, ё-моё. Вот, обычный крестик, это вот простой. Вот эти вот уже, они более-менее как улучшенные. Вот эти вот надо было убирать. Да, эту серию можно назвать... Я даже не знаю, блин. Работа на кладбище. Вот, плюс 5, ребята, репутации. Давайте вот здесь еще уберем. И поставим уже нормальные, да? Вот такое. Ну что же, остается нам только дождаться утра, когда придет пастырь. И мы придем к нему уже с отчетом, что мы навели порядок. Ну и уже дальше посмотрим, что он там нам скажет, что он потребует. Так, сейчас я загляну, ребята, у нас там нету случайно трупа никакого, не лежит? Нет, пока все нормально. Кстати, вот здесь же тоже у нас какая-то постройка, смотрите. Так, палетта, что за палетта? Что это такое? Не знаю, ребят, что это за палетта, ну давай вот сюда поставим. Давай сделаем. Наверное, это такое же вот место. Чё? Ну да, для тела. Хорошо, это была палета. А что вот тогда вот это вот? Препарационный стол. Так, нужно 8 гвоздей. Так, 12 досок. 4 сложных деталей и 8 гвоздей. 12 досок, 8 гвоздей.
Пойдем сделаем пока. Двенадцать досок, восемь гвоздей. Да дай мне пройти-то, а. Вот, 12 досок. Так, опять кончилась энергия. Пора баньки опять. Так, сейчас поспим, доделаем доски. И нужно будет гвоздей. 8 штук гвоздей и 4 сложных деталей железных. Так, пойдем доделаем это дело. Работа. Так, тут мы сделали, завершили. Гвозди. 8 гвоздей. Хорошо, сделаем 12. Все, и теперь нужно вот так вот. Сложные детали. Давай делать. Там трупец уже привезли, слышали, да? Колокольчик зазвенел. Так, смотрим по инвентарю. Место есть, это выложим. Так, камень. В принципе, пойдемте сделать. Пойдемте делать пропорционный этот стол. Сейчас, секундочку. Ой, не-не-не, не про лето. Вот, вот это вот. А, так это... Это, ребята, этот стол у нас был. Ну фиг с ним, пускай. Пускай еще один будет. Ну-ка, положить. Я думаю, что... А, смотрите, ребята, у них нету энергии. Все, вот он теперь будет здесь лежать, по ходу дела, да. И не портится. Пускай лежит. Так, а мы вот это сейчас с вами доделаем. Вот так вот, отлично. Так, ну что, я надеюсь, монах здесь уже. Опять ночь, что ли, наступает уже, или мне кажется. Хм, нету. После открытия церкви. Я надеюсь, что вот он ее откроет как раз для нас, когда мы сделаем здесь все. Опачки, видели как? Добывают зеленые шарики. Просто расчищаешь и все. Никаких проблем, целую кучу получаешь, ребят. Офигеть. Так, ну, нужна технология ему. Я знаю, что нам нужна не технология, нам нужно спать. И все-таки меня интересует, где, ребята, брать глину. Без глины как-то вообще не айсово, нифига, а? Слушайте, ребята, вы еще, кстати, мне, пожалуйста, напишите в комментариях, нужно ли вам вот так вот все вот это вот подробненько. Или же нам делать чисто основные моменты. Пришел, сдал, а уже вот это вот просто-напросто вырезать. Напишите, пожалуйста, мне это очень нужно знать, чтобы я ни свое время не тратил, ни ваше. Так, хорошо. О, утро наступило, ребята, пойдемте ловить быстрее, пастыря. Я надеюсь, он одобрит мою работу, я же все-таки старался. Столько усилий приложил к этому, чтобы тут все было красивенько. Но, а его нету. А его нет, ребята. Может быть, еще слишком рано. Так, клумба. Смотрите, клумба, торф, камень, красный цветок. Кстати, место под могилу. Давайте сделаем, ребята, нам... Все равно пригодятся, да? Трупы будут, закапывать надо будет.
сертификаты получать, естественно, тоже надо будет. Так что заранее сделаем. Черт подери! Так, закапываем. Блин! Репутацию, ребята, испортил. Твою ж дивизию, а! Починить надгробие. Да мне надо не чинить, мне надо убрать. Так, хорошо. Есть у нас нормальное. Блин, да все там оставил. Ой, хотел как лучше. Зачем я? Я просто не думал, что, ребята, когда яму вырываешь, у тебя сразу падает репутация. Сразу, минус 2. С чего вдруг? Ничего там особого такого не лежало. И на тебе. Так, давай-ка вот это вот мы завершим. Хорошо. Так, она дает 2, да? Дает 2. Как раз нам этого и достаточно будет. Так, и пойдемте-ка посмотрим. Грибы можно же зажарить, да, насколько я помню? Так, у нас получается 6 грибочков. Пускай делаются. 6 грибочков, 2 всего будет. 2 шампурика с грибочками. Как вот, я вот до сих пор, ребят, не разобрался, как тут утро, вечер, день, хрен поймешь. Ну, пастыря нету. Нет его и все. Так, ну что, давай вот это вот ставить. Работа. Блин, 4 только, да чтоб вас. Оградки у меня нету. Закопать я почему-то эту яму не могу. Значит, вырыть смог, а закопать нет. Бред какой-то. Хорошо, ребята, есть у меня одна идея, знаете какая? У нас здесь есть труп. Сейчас мы его с вами разберем и похороним. Так, кожа. Кожа нам нужна. Так, дальше нам что? Мясо. Мы, ребята, помимо того, что хранитель кладбища, мы еще и патологоанатомы. Можно было бы еще здесь как-нибудь отдохнуть. Поспать было бы вообще замечательно. Так, ладно, энергия закончилась. Мы можем что-то здесь съесть? Нет, ничего абсолютно не можем. Вот эта вот беготня вот из-за этой энергии, вот хуже не придумаешь, ребят, вот честно вам говорю. Ох ты! Давай мясо выкладываем, кожу, кровь, кость. Так, и отдохнем. Может быть, конечно, потом, когда у нас будут какие-нибудь супер-пупер блюда, которые восполняют, просто съел там одну какую-нибудь курочку, и у тебя сразу вся энергия становится. Конечно, тогда будет все намного проще. А сейчас, как говорится, приходится постоянно сюда вот бегать ради этого сна, чтобы у нас с вами появилась энергия. Ну вот что сейчас вот у нас? Я вот не понимаю. Что за время суток? Так что я вот зачем? А, мне же нужен этот чувачок. Давай, жир извлекаем. Черепок извлечем. Ума не приложу, зачем нам череп? Так, и... забираем тело. Пойдем хранить.
Пастырь-то не пришел еще, нет? Нету его. А че минус 3-то? Почему минус 3? Почему ты так много плохой репутации мне даешь? Эй! Плюс 1 к могиле. Плюс 1 к могиле. Подожди, лучше нам тогда, ребята, сделать каменное надгробие. Оно дает, по крайней мере, 2 к могиле. Так, завершаем. Так, 50 красных, 27 зеленых. Такой маньячелло, блин, я офигею просто с него, блин. Разбирает трупы на запчасти, мясо, блин. Что продавать может, что сам употреблять. Жесть какая-то. Так, F, работать. Теперь убираем это все. И ставим сюда нормальное вот это вот, да. 5, все, где пастырь, блин? Пастырь, я не понимаю, когда он вообще приходит-то сюда, а? Что за дела? Ни пастыря, ни осла нету, который тут возит обычно трупиков. Никого. Ладно, пока давайте глянем древо технологий. Мы можем вот это вот... Нет, не можем мы ни шиша. Где же нам взять вот эти вот синие камни, а? Так, извлечь. Нам 2 зеленых, и мы можем с вами доставать сердце, мозг, кишки. Для чего, пока до сих пор не понимаю, ребят. Так, сжигание тел. Опять же не хватает синих. Пошел я нафиг посплю. Не дождаться нам этого пастыря. Я стараюсь, стараюсь. Так, вот это якобы у нас наступает ночь, я так понимаю, да? Или как это вообще понимать? Сейчас на дворе ночь должна быть. Ну, все правильно. Слушайте, пошел я, знаете что? Раз у нас такое дело, возьму удочку и попробую порыбачить. Интересно, получится или нет? Так, черепок, все это выложим здесь. Все, пошел я, короче, попробую. Если у меня получится добыть рыбешку, то уже хорошо, ребята, будет. Так, камень. Но мне нужна глина. Где эту глину добывать, пока, опять же, не знаю. Ёпарсете. Что они здесь делают, я не понимаю. Так, вон, ребята, видите, светлячки. Опять же, чтобы их, наверное, ловить, нужно... Да, нужно... Опачки, здесь... Так, светлячки. Что нам нужно для того, чтобы ловить светлячков? Давайте посмотрим. Опять же вот это, ребята. Место под ягодный, что? Куст. Грядка с подпорками. Грядка с подпорками. Нифига не понимаю, ребят. Ну где взять вот эти вот синие? Синие шарики отражают духовные познания о нематериальном мире. Ну я так понимаю, это как религия. У меня
меня больше никаких нету доводов о нематериальном мире. Так, ладно, давайте посмотрим, сможем ли мы с вами рыбачить. Да и глину нужно тоже где-то умудриться добывать. Ума не приложу, где. А ну-ка. Рыбачить. Наживка не выбрана, блин. Так, ну давай вот так предположим. Подсечь. А наживки нет, наверное, никто, ребята, и не клюнет. Так, что-то вроде бы как клевало. Попробуем еще разок. Ну. Так, давай, 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 давай. Че, все? Поймал, ребята, поймал рыбу. Е-е-е, ну-ка дайте-ка глянуть, что я там выловил-то. Леща. Круто. Давайте-ка еще немножко закидываем. Как? Я не могу понять, как... Как, интересно, ловить-то? Что-то не врублюсь маленько. Не пойму, честно говоря... Что надо делать-то? Блин, да что ты будешь делать? Ребят, это самая, блин, непонятная для меня вещь. Поймать рыбу. Что нужно, под что подстраивать? Что-то не пойму нифига. Да ну, это хрень. Хоть убей, я не понимаю, ребята, что тут нужно делать и как. Кстати, у нас вот здесь тоже завал. Расчистить путь. Так, клинья, брус и простые железные детали. Так, руда, руда. А где же, блин, где же брать глину? Вопрос. Смотрите, жаба. Вот сидит жаба. Никак к ней не подобраться, к сожалению. Так, технологии. Что мы можем с вами изучить? Нам нужно всего лишь два зелененьких, и тогда сможем важные части выучить. Важные части. Так, а здесь? Здесь ничегошеньки. Так, это тоже нам пока не пригодится. То есть вот это нам нужно. Важные части в данный момент. Нет, можем еще вот ящик и грядка с подпорками. Можем вот это вот место под ягодный куст, место под яблоню. Но я почему-то больше склоняюсь к тому, что нам нужно... Что нам нужно...
что нам нужно-то? Нам дофига чего нужно. Как это нам все сделать, я ума не приложу. Так, здесь сделано. Пивоварня. Так. Найти 10 бумаг и чернил. Найти печать и продать мясо Храдрику. А, железный топор нам нужно, ребята, с вами сделать. Так, смотрим. Железный топор, это вот здесь. Давайте-ка глянем. Топор. Так, нужны палки. 2 штуки. Палки, 2 штуки, блин. Все как-то разбросано у нас. Абы где, что. Давайте-ка сделаем с вами топор. Так. Отлично. Точно топор мы с вами сделали? Топор. Я надеюсь, что он железный, а не, блин, какой-нибудь там бумажный. Так, время. Уже близится вечер. Я не пойму одного, ребята. Нету этого епископа. Что-то он вообще просто забыл сюда дорогу, по-моему. И осел не приезжает, не скидывает трупы. Как-то странно все тут происходит у нас. Ну что же, пошел я отдавать, короче, топор. Надеюсь, что именно этот нужен ему топорик, а не какой-нибудь там другой. О! Идут. Не сейчас. Понятно, что не сейчас. И к траву тоже мы с вами не нашли, кстати. А она нужна для этого, для торгаша. Так, где-то у нас здесь, по-моему, да, дровосек. Так, тут у нас пасека. Что тут? Нет, мы это рубить не будем. Скотный двор где-то. Где-то же здесь. Так, а это у нас, ребята, по ходу дела, каменщик здесь живет. О, мед. Мед. Нам нужно, ребята, с вами меда добыть. Хорошо-то как. Ха-ха. Медку на халяву добыли. Так, смотрим по карте, где у нас... мы находимся где-то здесь, да? А, вот, каменоломня. Вот здесь дровосек. Да, но мне не этот дровосек-то, в принципе, нужен. Мне нужен, который лес тут арендует. Вот он. Отдать топор. Я тебе научу готовить пасту и лазанью. Эти блюда помогут тебе всегда быть в форме. Вегетарианскую лазанью? Ну, мясо дорогое. Вообще все дело в медленных углеводах. А белка в бобах предостаточно. Оу. Создать лазанью, создать пасту. Уйти. Может... Нет, все, ребята, мы задание с вами одно сделали. Отлично. Как говорится, нам проще. Так, ну что же, наверное, мы с вами будем завершать этот видосик, да, ребята? Итак, мы с вами сегодня много чего сделали. Пастыря я, правда, так и не дождался. Хотел, конечно, сдать ему это задание про кладбище, но, видимо, в этой серии не получится. Хотя, почему не получится? Мы можем подождать с вами. Сдать
просто на паузе подождать, да, ребят? И завершать потом уже, может быть, смело. Да, я думаю, так и сделаем с вами. Дождемся, сдадим задание и пойдем, как говорится, уже отдыхать. Не хочет гаденыш просто приходить почему-то. И ослик не приезжает, не скидывает, блин, тела, гаденыш этакий. Этому пивасик, винишко нужно. Черепок не хочет со мной просто-напросто общаться. Так, ладно. Персонажи, технология. Что мы можем с вами сейчас выучить? Пересаживание я не хочу учить. Этого у нас нету. Здесь нам не хватает. Так. Здесь тоже, ребята, буквально не хватает 2 очка. Сейчас мы что-нибудь с вами... Слушайте, мне такое ощущение, что вот эта вот технология по добыче глины. Вот кажется мне, что вот именно вот здесь вот добывается глина. Ну как проверить, как узнать, правда это или нет, я ума не приложу пока. Так, еще нужно одно дерево срубить, чтобы получить зеленых очков побольше. Есть. Все, теперь я изучаю, ребята, вот эту вот важные части. Так, это у нас о природе, это у нас обработка материалов, а это именно вот духовное познание. Духовное познание. Это вот что-то связано с религией или что-то вот в этом роде, ребят. Мне вот почему-то так кажется. Так, вот у нас утро, да, наступает. Но все равно еще никого нету. Так, давайте выложим мед. Слушайте, леща, мы можем его зажарить или еще что-нибудь в этом роде? Так, ну-ка. Хороший рыбак при использовании плюс 15. Тут быстрые рефлексы. Так, масло нужно. Угу. Паста. Нужен сыр. Тесто. Чечевица, капуста. Придется, ребята, жрать это мясо самому по ходу дела. Да. Запеченное мясо. А он не хочет есть, ребята, это мясо. Вот пройдоха, а. Так, рыбу тогда тоже выложим. Так, ну-ка давай отдыхать. Вот он, ребята, вот он, пастырь. Я починил кладбище. Я в тебе не сомневался. Я объявляю тебя официальным хранителем этого священного места и настоятелем этой церкви. Давай проведем твою первую проповедь. Ха-ха. Окажу тебе огромную услугу. Итак, просто встань за кафедру и произнеси слова. Какие слова? Слова, ха-ха. На самом деле ты можешь говорить все, что угодно. Главное создать правильное настроение, зажечь свечи и благовоние, подобрать соответствующую музыку, смазать все хорошенько. Короче говоря, все эти уловки помогут тебе собрать больше веры, а в ней вся сила. Есть, ребята!
Вы открыли новую технологию и получили знания. Создать молитва веры. Очень трогательные слова. Больше энергии с прихожан. И перк, проповедник, епископ сказал, что теперь вы можете читать проповеди. Вперед! Так, начать молиться. Выберите проповедь. Так, обычная молитва. 10 необходимо, чтобы гарантировать успех проповеди. Парочка обычных слов, но никакого вдохновения. Тем не менее, это как-то работает. Ты, создать. Ну? Да пребудет с вами сила. Ха-ха, не так уж и плохо. Правда, до моих проповедей тебе еще далеко. К следующей проповеди тебе все-таки стоит подготовиться. Сдается мне, что предыдущий настоятель держал пару книг с подходящим содержанием в церковной библиотеке. Там должно быть полно всякого хлама. Он, видите ли, там занимался научными изысканиями. Выкидывай все это добро, не раздумывая. Так, исследование, ребята. Вы открыли новую технологию и получили знания. Исследовательский стол, старые книги и перк любопытный. Ты зришь в корень и находишь саму сущность вещей. Ты можешь получить историю, изучая предметы. Я позабочусь о том, чтобы горожане узнали о твоих проповедях. Думаю, в следующий раз кто-то из них может даже прийти. Кстати, было бы неплохо, если бы ты проводил проповеди каждое, а я бы мог тебе продавать необходимые для церемонии аксессуары, расходники. Ха-ха. Еще у меня будет к тебе личная просьба. Как будет время, подходи, и я все расскажу. Так, пожалуй, пойду. Тут у тебя такой сухой воздух, а я, как назло, забыл нанести утренний крем. Ну, наконец-то, ребята. Надеюсь, это у нас и называется духовность. Теперь пойдет дело. Так, построить. Что мы можем построить? Церковь. Качество церкви. Что-то не могу я ничего построить. Так, а что же мне... Что же мне теперь делать-то? Провести проповедь можно будет только в следующий... Че в следующий, не пойму. Вот это вот, что это означает? Хрен его знает. Смотрите, мы можем здесь войти. Это мы где оказались-то? Смотрите-ка, ребят. Так, исследовательский стол. Нам нужны, ребята, колбы. Ох. Короче, ребятушки, давайте мы с вами сохранимся и продолжим уже в следующей серии. Я думаю, что вам тоже интересно. Мне тоже очень интересно, что здесь будет происходить. У нас, как говорится, пойдет теперь вера. То есть синие камни. Мы будем теперь проповеди вести. Короче, жесть. У нас с вами дел будет просто не в проворот. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч!